Не знаю. Да, и этот, и телефон, и вай... Вдруг уйнули. Автоматически, блядь, взлетает. Типа, знаешь, телефон, ой, все, блядь. Пошли нам. Не, ну экспортницей назвали, это что вы лежите. Я нет, я не знаю. Ребята, извиняюсь. Морося, моросит немножко. Продолжим. Это не помада, это карандаш Миста Ис. Вот текст, где он, между прочим, обсуждает интимную жизнь людей других. Кто? Я говорю, если люди обсуждают интимную жизнь других людей, значит, у них в интиме не все хорошо. Сейчас я заткнулся. Поняли, да? Это психологически. Значит, им не хватает чего-то. А, макияжа, курсы проходила... У меня лет так 19 в Ростове. Нет, меня всегда на Зиле красят. Без фильтра я страшна. Я с фильтром красивенькая. Ты сейчас тоже с фильтром сидишь? Да. Передо мной. Я говорила и не отказываюсь, я дома их не смотрю. Не ищите, пожалуйста, подвоха. А фильмы в кино я смотрю. Очень люблю ходить в кино. А кино уже открылось? Ага. Да, верхняя губа сдувается. Я в этом году столько фильмов хороших должно было быть. Ну ладно. Агент 007. Вот я агента ждала. Я так ждала его. Бюстгальтер наш. Агента 007. Я не говорила, что я не ждала. Я точно не сказала. Да, белое золото. Я точно не сказала, блядь. Загадка, это ли ебанутая, это ли сказочная? Скажи быстрее, сейчас Лена освободится. Катя, освободится, я возьму. Лена, Лен. Спасибо, дорогая, спасибо, Халисад. Но мне завтра тоже работать. А этот, зажгите без меня. И выпейте тоже за меня пиролики. Ты надолго в Москве? На отправу я ухожу, зайти. Операция на грудь должна быть еще одна заключительная, но мне похер, пока не хочу. У меня очень много любимых парфюмов. Девушка, Татьяна, празднует свой день рождения. Татьяна, мы вас хотим вызвать нам. Да, у меня этот... как она называется? Все, уже речь потеряла смысл. Татьяна, мы вас поздравляем с днем рождения. Акварельная техника. Я вас порадовать? А почему вы меня не хотите порадовать? Ну спокойной ночи, Казахстану. Да, друзья, надеюсь, вам аплодисменты. Да, мои наивные подписчики, Наташа, хорошо. Я всегда умею признавать то, что если я не права, я в этом ошиблась. Но, как говорится, поживем, увидим. Так, а я же не меняю ни форму, ничего. У меня другие проблемы, которые я решаю. Машина, да. Привет, Украина. До 6 утра. Сейчас красавица своя. Яна. Спасибо, Халисай. Карандаш 780.
А я же сказала, я уже ничего не буду говорить. Не то, что я верю, не то, что я знаю, не то, что я думаю. Видите, потом же они же начинают писать. Ты что, бабка? Детка. Конечно, рекомендую. Мы там, знаешь, как умираем на сцене? Если там у вас врач хороший. Светят еще прям в лицо. А тебе нет, до шести я не буду. Зачем я буду до шести? Ой, холодно. Мне завтра в магазине весь день работать. Привет, Волоколамску. А? Обтяжку. Царя, плюшечку, да, покажу, конечно, когда домой приду. Нет, ничего больше не буду делать. Во-первых, я ни за кого уже давно не нервничаю. Зачем платье оделись? Я даю это. Нитки не хватило дошить? Ногти, педикюр сделала. Тебе придется все-таки кого-то спросить. Как минимум пацанов на входе. Они не поймут тебя горы. Тебя здесь будет встречать группа «Градус». Нравится мне. Давайте сделаем эфир. Надо время выбрать. Незаметно заходит. Да потому что я сама белая. Смысл мне лицо красить коричневым, если я белая, как смерть. А ты накрась. И выйди в эфир. Скажи мне, посоветовали мне подпишись. Да, грудь меня абсолютно устраивает. Я не собираюсь менять. Мне просто надо доделать. Подсвечники. Лояли? Боится, наоборот. В этом футболе не дали там чек. Форма Голландии. Надела оранжевую форму и было. Слушайте, ну я не одна же. У меня, во-первых, есть помощница на работе. У меня есть человек. У меня есть человек, который рядом со мной в жизни помогает. Я могу попросить кого-то, Яна. Ян, ты издеваешься надо мной? Мне и так глаза огнем горят. Че? Глаза. У кого? У меня. Пожарника вызвать. Мимо. Возьми статуэтку, может, чтобы уж наверняка, Кристина. Один раз. Комментарии злые. Ты похер. Вот так, да. Глаза странные, но они в линзах. Наверное, как минимум из-за этого. Я без лифчика, подсказываю. Блин, помните раньше это была программа? Почему я против таких подходов? Да нет, у меня аллергия на цветение. У меня в линзах, девочки. У меня глаза болят от линз. Видите, какие они красные становятся? На звонки душе цунами, о, ты как кто не возьмет рук, даже если лечу воспоминания погоды. Да пошло оно к черту все, номер его блок, в инстаграме бан, он явно не тот, кто был небом дан, а в душе дозма сидает. Но ему назло. Девочка, танцуй! Девочка, кружи, тряс этой боль, разжигая чувства, крепкий алкоголь. Слезы не к лицу, ему все вернется. С этой боли там, но вы не расставим шанс. Девочка,
сосков. Зачем мне накладки носить? Это естественно, что они торчат. Было так красиво. Но вы этого не видите. Вы только вам лишь бы меня обосрать. Вот песня хорошая. Послушайте, любимая татуировка вот эта. И вот эта. На желтый микрофон можно долго поддержать. Шея желтая. Удивительно. Наверное, не размазала загар. За тем, что вы каждый раз заходили и спрашивали про татуировки. Погасли огни, как уезжает последний трамвай. Брови Бобби Браун тенью. Пленка мотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Где ангелочек? Да. Всю ночь до утра. Мой сыночек будущий. Не, я вам открою секрет, я ничего не успеваю. А, Юля, это был сарказм. Я не пользуюсь автозагаром. Карандаш для слизистой, не умею краситься им. Спасибо большое, Самара. Сейчас немного народа, но посадка полная с 12 часов. Настроение отличное. Думаю, небольшой звонили нас просто, ну, капец, народ. Ну, у меня он течет, века, снутри. А это определенный этап жизни, означает прошедший. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра.
Ла-ла-ла, ла-ла-ла,
Выходные.